легче этого. Этот у нас кулич 39 рублей, этот стоит 89 рублей. А теперь мы попробуем, какой же вкуснее на вкус. Еще я хотела, сколько вот он весит. Вот этот весит 320 граммов. Этот весит 250. Смотрите, этот 250 такой большой, а этот 320. Явно здесь что-то наложили побольше. Сейчас мы посмотрим изнутри. Куличи покупали в ленте, каждый из этих куличей сегодня испекся. Вот смотрите, такой желтенький внутри, этот за 89. Давайте посмотрим, что у нас теперь с куличом за 39 рублей. Но уже чувствуется не такой сочный, он более суховато режется, несмотря на то, что сегодня у него срок изготовления, сразу рушится вся верхушка. Довольно сложно его порезать, он прям резиновый, просто резиновый такой хлеб. Вот он такой беленький изнутри. Ну, сейчас я попробую. Угу. Кулич за 89 прям похож на кекс. Кулич за 39 просто как обычный хлеб. Я выбираю кулич за 89. Всем спасибо за внимание.